Я решил служить Богу. Это не всегда легко, это не всегда просто. Церковь – это наша семья, и я не представляю жизнь в церкви без служения Богу. Находясь в Зяне, может быть, ты думаешь, что все служения заняты. Но на самом деле мы готовы сделать все, чтобы ты мог служить. Бог вложил в тебя огромное количество, миллион даров и талантов, которые ты можешь использовать, чтобы помогать церкви и взращивать эту семью. Чего бы мне это ни стоило, я все равно буду служить Богу.